Приветствую всех вас, вы на канале Полосатик ТВ 2. И это у нас Легенды Драгономании, друзья. Да, это та самая игра детства и тра-ля-ля и бла-бла-бла. Под названием видеоролика можно понять, что я вывел дракона недели. Ура! Мой первый дракон недели. Дракон древесный. Имеет навыки земли, зелени и воды. В общем, вот такой вот у нас дракон недели. Да, я его все-таки смог вывести, и как его вывести, сейчас я вам, естественно, покажу. Для этого понадобится дракон-броня и дракон-конфетка. И с каким-то шансом вы его сможете вылупить. У меня он, конечно же, получился с первого раза, и вот он сидит в гнезде, готовый! Ах, ну вот, открываем! Блин, ну он милашка! Какой милашечка этот наш древесный дракончик! Блин, вообще, знаете, за 4 года игры, это, наверное, первый мой дракон недели. Даже не наверное, а точно это мой первый дракон недели. Господи, 4 года, почти 5 лет игры. И коллекция Тень Земли, конечно же, увеличилась на одну, и никак я ее не получу больше. Да, вы получили нового дракона. Спасибо, игра, давайте... Ой, он любит обнимашки, когда его ласкают. Давайте покормим. Жри давай! Давай жри! Сожри это все! Потом повзрослей! Все, давай взрослей, малой! А, ты не доел, видно. Все, ты готов повзрослеть! Лови! Ой, какой красавец! Давай, лови! Лопай! Жри давай! Ха-ха! Так. Ласкать и гладить! И у вас, друзья, есть уникальный случай дать имя этому дракончику. Да, я как кластер. Короче, дайте ему имя в размере 8 символов. И которое мне больше всего понравится, такое я ему дам. Так что жду вашего актива в комментариях. Ну а на этом все. Вот он, дракон недели. Возможно, в будущем я еще буду снимать Легенду Дракона Мани. Потому что, ну тут нечего мне снимать. Мало прогресса, мало интересного. Что ж, друзья, удачи! We'll be right back.